Еще один большой православный праздник отметят одесситы в ближайший вторник, 25 января в 9:00 в храме Святой Мученицы Татьяны на 4-й станции Большого Фонтана. По благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела состоится торжественное богослужение в день памяти Святой Татьяны. По традиции, по окончании богослужения в 10:30 всех одесситов ждет праздничный благотворительный обед.